далее. Ну, давайте посмотрим. Просто вот такой вот ряд, он будет очень быстро идти, потому что это изображение очень разное. Но мне хотелось бы показать, что современные иконописцы тоже ищут вот этот адекватный образ выражения нашей веры. Это изображение Христа, которое написал московский иконописец Александр Соколов. Я, может быть, каждое отдельно не буду комментировать, пусть пройдут разные изображения, но вы увидите, что это попытка и как бы канонический образ Христа написать, и в то же время вот дать то современное понимание, а это очень важно, потому что когда человек просто копирует старый образ, да, он в лучшем случае пересказывает те откровения, которые были в прошлых эпохах. Но в каждую эпоху должен рождаться тот образ, который соответствует сегодняшней нашей вере, сегодняшнему нашему пониманию Христа. Можно дальше. Вот, вот такой образ Христос Элеймон, Христос Милостивый, изображение тоже московского мастера Александра Лавданского. Дальше. Ну, его же образ Христа Пантократора. Фреска следующая. Это такой художник Бубнов Петросян, где Христос представлен, вот как отец его показывал, да, на императорском престоле. Действительно, вот форма престола издавна взята от реального императорского престола. Ну, конечно, сегодня понятно, что это не имеется в виду престол земного императора, да, а, конечно, небесный престол. И здесь, опять же, вот драматическое наше сочетание, так сказать, сегодняшняя коллизия, да, сегодня еще многие грустят об империи, да, пытаются восстановить, скажем, империю земную. А Христос утверждает другого рода империю. Следующий. Да, образ Христа Пантократора, Вседержителя, да. Опять же, само название Пантократор тоже родилось, конечно, по аналогии с самодержцем автократором, да, и как бы земной император был отражением небесного императора. Но сегодня мы понимаем, что Христос единственный, да, Пантократор, то есть Вседержитель. Это Александр Чашкин, тоже московский иконописец. Пожалуйста, дальше. Да. Это Евгений Малягин. Образ нерукотворного Спаса. Как вы знаете, да, церковное предание говорит о том, что первая икона – это икона нерукотворная, когда на ткани изобразился лик Христа. Но мы знаем, что это предание возникло не раньше 4 века, и только в катакомбах 4 века первое изображение подобного рода сохранилось. Но сама идея того, что Христос и есть истинная нерукотворная икона, Он и есть тот, кто явил нам Отца. То есть вообще-то икона – это и есть икона Христа. То есть вот отец Зенон любит говорить о том, что в храме должно быть две иконы – икона Христа и икона Богородицы. Ну и дома, наверное, тоже должна быть икона Христа как минимум, да? Часто мне приходится видеть, что много-много у кого-то в доме икон, и смотришь, а Христа нет. Есть маленькие какие-то иконочки местных святых, а там покровителей или тех икон, которые люди привозят из паломнических поездок, а иконы Христа нет. Это нонсенс. Вот это как раз тоже говорит о том, что икона Христа, она утверждает центр нашей веры, смысл нашей веры. Вот. И, конечно, вот нерукотворное это не потому, что там исцелился царь Авгарь, да, когда-то, было ли это или нет, историки спорят, а то, что сам Христос и есть нерукотворная икона. Он и явил нам единственный лик Христа, Бога. Да? Следующий. Да. Вот действительно есть такое выражение.
замечательное определение иконы, которое дал преподобный Иоанн Дамаскин. Икона есть видимый образ невидимого, данный нам ради слабости понимания нашего. Да, может быть, действительно, Адаму в раю не нужны были никакие иконы, потому что он созерцал Бога лицом к лицу. Да, в Ветхом Завете сказано, что невозможно видеть Бога лицом к лицу. Но Христос нам возвращает эту возможность предстоять перед хотя бы в молитве, да, перед ликом Бога. И сам явил нам лик Христа. Это тоже Малягин, Евгений Малягин, такой Христос содержитель. Ну, следующий, можно прямо подряд. Илья Кручинин. Вот такой необычный образ Христа, потому что современный художник, может быть, не всегда хочет прямо подражать иконописцам прошлого. Вот. Кому-то это близко, кому-то нет, но вот такие образы тоже сегодня существуют. А следующее. Еще один образ, который, наоборот, близок, может быть, к каким-то классическим византийским формам, менее самостоятельным, но, тем не менее, тоже попытка. Это Валентин Коновалов. Следующее. Да. Это, может быть, ближе к Ольге Клод, ближе к древнерусским памятникам. Опять же, вот в нашем сегодняшнем понимании, когда мы такие, как отец Пафарецкий говорил, у нас не икона, не икона почитания, а культура почитания. Да? Мы немножко привязаны к культурным формам. И кто-то пишет в византийской традиции, кто-то пишет в древнерусской традиции. Но вообще, конечно, лучше бы, если бы современная традиция вышла на собственный такой уровень, на собственный самостоятельный язык, в котором, может быть, и будут угадываться культуры прошлых, формы прошлых культур, но не прямое заимствование, потому что когда мы только пересказываем чужой опыт, мы не понимаем своего. Следующее. Ну, вот такой вариант тоже может быть. Следующее. Тамара Яковлева, иконописец из Владимира. Следующее. Это ваш иконописец, питерский, Георгий Гашев. Следующее. Это уже он же. Просто вот в этих разных образах может быть видно, насколько сегодня разные подходы к образу Христа. Сегодня, может быть, нет вот такого единого подхода, как было в Византии или в Древней Руси, потому что восстановление традиции, наверное, должно пройти какую-то стадию переработки всех этих форм. Следующее. Вот такой вариант. Следующее. Это Новотихвинская мастерская Новотихвинского монастыря в Екатеринбурге. Сестры Новотихвинского монастыря вот так вот представляют Христа. Следующий. Я даже не помню, кто это. Возможно, следующий. Кто там написал? Да. Это современный украинский мастер. То есть поиски происходят не только, конечно, в Москве, в Петербурге, но везде, где есть православные люди. Следующий, да. Вот отец Андрей Давыдов раньше служил в Пскове, теперь служит в Суздале. Следующий, там будет несколько его, которые осваивают не только формы, но и технику древней живописи, инкаустику. Следующий. Видите, вот такие разные подходы к образу Христа. Да. Следующее. А это его сын Филипп Давыдов, которого вы очень хорошо знаете, который у вас тут трудится, пытается найти образ Христа. Следующее. А это современный румын. Тут он румынский, да, художник? Сербский. Тодор. А, сербский, сербский. Вот видите, и в Сербии тоже происходит такое. Вот. Ну, это тоже Филипп Давыдов. И там есть еще напоследок маленькая папочка с произведением отца Зенона.
Башка, вы разрешите? Ну, просто разных лет. Понимаете, мне почему хотелось сказать, потому что даже внутри одного художника идет этот поиск. Конечно, самые лучшие будут написаны вот те, которые сейчас будут у вас. Самые лучшие, безусловно. Потому что, конечно, художник всегда самый последний, самый лучший. Но вот просто вот начиная от 80-х годов, от Даниловского монастыря до сегодняшнего дня, там вот, ну, просто подряд. Это такой чистый эксперимент, вот показать вам такой ряд внутри, там, скажем, современных художников, или даже одного художника, чтобы показать, сколь труден на самом деле этот путь поиска образа. С одной стороны, в иконе все решено, да, это каноническое искусство, где, кажется, все расписано, да, и людям иногда внешним кажется, что икону написать легче, чем картину, да, потому что в картине человек как бы должен продумать все, от сюжета, композиции и так далее, там. Но здесь, чем жестче даются рамки, тем на самом деле труднее написать образ. Потому что помимо вот этих внешних вещей, да, есть еще какие-то внутренние переживания. Если их нет, тогда получается пусто. Да? Если нет вот это, да, вот эта вот вена, это Венский храм Святого Николая, одна из, ну, так, не то чтобы уж очень последних работ, 8-го года, да, батюшка, 8-го года. Вот это огромный апсид, такое интересное пространственное решение этого храма. Вот следующий. Ну вот. И там же, но теперь они уже не там же, да, для Нижнего храма. В Москве. Они сейчас в Москве, да. Но я их снимала там, в Вене, внизу для иконостаса. Вот такие вот иконы были сделаны. На мой взгляд, замечательно. Вот. Ну, я не знаю, это последние, не последние. Вот. Ну, одни из последних периодов, так скажем. Последние, да? Это на Афоне. На Афоне, да. Ну, у меня не очень были хорошие фрески. Ну, вот так. Я просто хотела вам показать, чтобы связать прошлое, вот, такую основу традиции с современностью. Потому что когда мы рассуждаем о иконе, с одной стороны, вроде бы ничего, кажется, что ничего не произошло за вот эти вот многие века, а на самом деле произошло очень много, и в каждый век он заново, да, заново, несмотря на глубину традиции, заново ее должен переосмыслить и пережить, через себя пропустить, чтобы действительно явилась слава Божья через иконы, а не просто они были таким предметом культа. Спасибо.